Да нет, смотри, какой. Вкусим, да, сам. Ну, повожу мне, ну, мне это, Лариса. Тяжело. Че? Вот что сделали негодяи, блядь, Ериков, нахуй, Жиряков, превратили в заслуженный тренер России. Нет, ты снимай слезы. Ну понял, ничего страшного, а что ты мне слышишь? Это реально, это жизнь, блядь. Да нет, ты ж, ну тут же это... Не надо, слышишь. Даня сидят у меня все на ключе, и им скоро пиздец будет, слышишь. Да ничего им пиздец не будет, они здесь все упаковали. Да я нахуя, слышь, подожди. Блин, слушай, ты... здесь все устроил Жиряков этот, блядь, Поляков этот, Ериков, нахуй, Смирнова. Вот эти все, вот это все, они все это сделали, ты пойми. Да хуй с ними. Уничтожили все, весь бокс, нахуй, здесь, в Нижегородской области. Особенно в городце, где мы давали все, да, собирали по группице. Я про другой. Ну да, тут, это, тут нет. Что просто, ну, на этом же деньги делаются, понимаешь? Вот я вожу, тут стройка, понимаешь, а Заботин там, понимаешь, а это, ну как там эти, ну как там башили, как там эти, ну бабки шибают, ты понимаешь, тут вот как все, понимаешь, а почему он за это место вот, ну, вцепился. Заботин-то? Держится, да. Заботин, уж 16. Я им потихоньку делится. Сейчас, я понял, Заботин, уж 16 лет, который сегодня сидит в нашем Городецком районе, как крот вписался в администрацию по спортивной отрасли, ничего не делает вообще, никаких соревнований не проводит, только отмывает бабки на какой-то стройке. Вот, Жиряков его крышует, Поляков его крышует, Смирнов его крышует. Вот такая ситуация. Лёв! Заслуженный тренер России, блядь, работает, блядь, Лёх. Да ладно, я повожу, Лёх. А? Не, ну, я, блядь, повожу, Лёх, повожу, ну просто Лёх, смешно, блядь. Лёх, я повожу, Александр, а? Я повожу. Слышь, мне просто, конечно, неудобно, там Андрей, ты понимаешь, а? Ну, настанет такое время. Да он же не должен работать, блядь, на стройке, Лёх. Лёх, он не должен работать на стройке, он же не строитель. Он заслуженный тренер России. Да ему похуй, слышь. Лёх. Он просто не соображает, вот, чем Лёх. Еще пахнет. Не, ну, оно есть, Лёх, ну... Лёш. Алексей, ты сейчас. Просто вот ни с чем все это пахнет, понимаешь? Сейчас, Лёх. У тебя просто в голове... Лёх, ну ты скажи, как есть, мы же, блядь, не разыгрываем здесь клоунаду. Лёх, выключи камеру. Лёх, вот как, когда я сюда пришел, я говорю, да? Заслуженный Дмитрий Славич, заслуженный тренер Российской Федерации, работает в физкультурном комплексе. Вот господин Жиряков, господин Поляков, начальник налоговой инспекции. Посмотрите, блядь, заслуженный тренер России сегодня, блядь, возит, блядь, что Дмитрий сейчас здесь? Песок. Песок возит, блядь, на подсыпку, блядь. На подсыпку. Да, не... да слез. Ну, слезы, это нормально. То есть, Жиряков, мэр города Городца, 30 лет. Ериков, Валера, развалили весь бокс. Поляков, который крышует их, то же самое. Все уничтожили здесь, на Городецкой земле. В нашем Городецком районе. Смотрите, спортивная площадка. Хорошо убрали лозунг «Единая Россия». Турников ничего нету. Все развалено. А самое главное, за России. А что ты, Дмитрий Славич? Ты говори, как оно есть. Вот, заслуженный тренер России, блядь. Работает, блядь. Ты кем работаешь? Да что я могу сказать? Ну вот, все вот, кто здесь есть, это... Ну, их людьми нельзя назвать. У тебя слезы на глазах, Дмитрий Славич. Я тебя понимаю. Слушай, ну, да к чему мы... Мы сами в чем это, в чем-то виноваты. В том, что... Жиряковы, Поляковы, Сминеевы там, и вся остальная там вот эта свара, которая не создала для олимпийского бокса в нашем Городецком районе ничего. С мировым результатом два чемпиона мира, Ольга Домоланджанова и Гоголев Андрей. Много кандидатов в мастера спорта, есть мастер спорта. Но, к сожалению, сегодня вот такая разруха в нашем Городецком районе. Нет ни одного специализированного зала, есть какая-то убогая секция, где сегодня там расписание адское. Да не, Мислач, пускай эти... Я тебе скажи про Ерикова, как считаешь? Я считаю, что Ериков этот, блядь, развалил все ПТУ. Он тоже в этой системе. А? Он тоже в этой системе. Ну и что, он что, он же не вечен? Нет, я говорю, он в этой системе, вот как ты вот сейчас, ну про что ты сейчас говоришь, он в этой системе, вот там, в их же системе, понимаешь? Валера Ериков, человек, который поставил Смирнову Таню на главу социальной политики. Человек, который развалил сегодня в нашем Городецком районе все, начиная со строчной вышивальной фабрики. В социальных сетях, Валера Ериков, ты можешь послушать про себя все, кто ты на самом деле такой. Потому что сегодня нет у нас коллектива, ты его весь развалил, этот коллектив. Дмитрий Вячеславович, сейчас ты выгнал с работы, тренер у меня Игорь Викторович уехал в Москву. Вот так сегодня вся прогнила система
нашего Городецкого района. И сейчас им уже за 70 лет, и они ничего хорошего не собираются делать. Они так же, как фашистское гестапо, знаете, вот было в войну, также сегодня контролирует город Городец, Нижегородская область. Никакое развитие им спорта. Вот, посмотрите, вот вам реально, смотрите, вот площадка. Эту площадку строил племянник Полякова Николая Федоровича, это который возглавлял налоговую полицию, диспенсию Нижегородской области. Смотрите, какие у нас... Подожди, Стас Мислач, я сейчас засниму маленько. Перед выборами надо это показать. Смотрите, баскетбольных щитов даже нету. Баскетбольных щитов нету. Все убито. По документам это где-то площадка прошла 1 000 000 рублей. По документам. Ну, я уже просто говорил там про этих площадки спортивные, многофункциональных просто нет. Посмотрите, что здесь можно на этой площадке играть. Футбол или что, я не понимаю. А где тут раздеваться? Здесь даже нету сиденьек, никаких скамеек нету элементарных. Ну, в общем, вот такая ситуация, друзья, по городу Городцу. Все прогнило, все абсолютно прогнило. Прогнили сами чиновники, которые уже за 70 лет сидят. И Глебу Никитину, губернатору Нижегородской области, будет очень тяжело создать коллектив молодой, который понимал, как правильно надо двигаться. Эти уже упаковались, развитие там они никому не давать. Никакого бизнеса здесь нет, экономической зоны здесь в Городце никакой нету. Вот такая сегодня ситуация, друзья. Жиды, блядь, все уничтожили в нашем Городецком районе. Вот такая сегодня ситуация. Только прошу не путать слово «жид» с национальностью. «Жид» – это состояние человеческой души. И по поступкам вы их узнаете. А национальность мы знаем. Русские, грузины, армяне. Чтобы понимали, о чем я говорю, о каких жидах я говорю. Что такое сегодня «жид»? «Жид» – это состояние человеческой души. А по поступкам вы этих людей увидите. Что они сделали для народа, для людей, для каких-то коллективов, которые здесь что-то из себя представляли. Всего доброго, друзья. С вами был заслуженный мастер спорта, отличник физкультуры Гоголев Андрей.